одном отделе работаю. Сейчас супруг перешел в службу безопасности, а раньше мы работали с ним вместе на сборке ракет. У нас как-то все взаимно сразу, поэтому... Первая свадьба молодых ребят из Амурской области. Она такая космическая сегодня появилась, потому что ребята работают на космодроме Восточный. Конечно, это не единственное, потому что, когда мы готовили выставку, мы поняли, что у нас очень много запросов от всех регионов, и не только регионов, и корпораций, чтобы молодые сотрудники смогли пожениться, расписаться на территории выставки. Поэтому на сегодняшний момент у нас уже много заявок, их больше 40. Конечно, мы их всех принимаем. В ноябре еще будет и якутская свадьба, и к нам приедет свадьба из Забайкальского края. Она пройдет по традициям старообрядческим. Добрый день, дорогие ребята. Я вас поздравляю. День замечательный. Такой день остается в памяти на всю жизнь.